Стоматолог – это тетя или дядя какой просто лечит твои зубы. Они вырывают зубы, но не лишние уже отросшие. Они, ну, как, дырки заделывают чем-то там. Ну да, бывает, или вырывают. Стоматолог нам помогает после сладкого кушать. Ну, у меня такие классные зубы, которые не нужен стоматолог. У меня две дырки когда-то было, и мне так вот так было, и как одна опастованная. Вообще это смешно. Одна очень больно. Я хотел заморозить. Я сказал заморозить, и она даже не понимала, это как. Оно так вообще больно было. К стоматологу я не пойду.